Саженцы хосты гибридной аеша, аеша, часто высаживают в композиции с другими растениями. Темно-зеленая, блестящий лист с узорными, желтыми полоски украсит миксбордер, клумбу, цветник, патио. Распускается в июле лавандовыми цветами. Характерные особенности растения. Сорт отличается высокой морозостойкостью, выдерживает температуру до минус 35 градусов. Неприхотливо к грунту. В значительной степени теневыносливо. Хоста гибридная аеша – это травянистый высотой 35-40 см с типом роста, среднерослый диаметром 50 см. Цветет растение в месяце июль-август. Окраска цветка лавандовые. Лист растения по форме заостренно-овальный. Весной листва по цвету зеленый, желтый, летом листва зеленый, желтый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.